Всем привет! В одном из моих видео я вам обещал приготовить финскую уху лахикейто. Сегодня этот день пришел, и я выполню свое обещание. Я также обещал приготовить кулебяку, но сейчас для кулебяки немного рано. Кулебяку я приготовлю, скорее всего, ближе к Пасхе, не раньше. Хотя, кто знает. Но не будем тянуть кота за хвост, приступим. Для финской ухи мне понадобится лук-порей, морковь, корень сельдерея, можно взять черешковый сельдерей, соль, масло, лосось, мука, картофель, сорт рассыпчатый, мучнистый, сливки, вермут, нулепра. Так, ну и бульон у меня уже готов. То есть рыбный бульон я готовить не буду, так как он у меня присутствует. Так, ну вот что я еще забыл. Немного укропа. Что финны не добавляют и чего добавлю я дополнительно? Я добавлю корень петрушки, можно заменить на пастернак. Но это не обязательно. Если у вас есть, прекрасно. Если у вас нету, обойдемся без него. И чего еще не добавляют финны, так это свежий шпинат. Но я хочу очень сильно добавить шпинат. Потому что для меня красная рыба, сливки сами напрашиваются на шпинат. Я его добавлю. Но, как я уже говорил, в оригинальном рецепте этого нет. Картофель почищу, разрежу пополам и отварю в отдельной кастрюле. Морковь почищу, корень сельдерея, петрушки. Все это нарежу грубо. Но я это еще покажу. Так, картофель я почистил. Я его просто разрезаю пополам. Присаливаю. Заливаю кипяченой водой. И отправляю на плиту вариться. Так, овощи я нарезаю крупно. Корень сельдерея. Морковь. Так, количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете под видео, где будут указаны все граммы и все миллиграммы. Порей я резать не буду, лично я его буду отварить целиком. Рыбу я предварительно хорошо посолил. Отправляюсь к плите. Я растопил сливочное масло. Добавляю сразу муку. И перемешиваю. Свой суп я буду загущать мукой. Можно это сделать также кукурузным крахмалом. Как вам, то есть как вашей душе угодно. Так, касаемо рыбного бульона. Бульон у меня готов, как я уже говорил. Я оставлю ссылку под видео, как готовится рыбный бульон. Поэтому я не применяю сегодня никаких специй, так как их достаточно в моем бульоне. Если у вас нет рыбного бульона, вы можете прекрасно приготовить на овощную. Я загущаю свой суп, так как я хочу придать ему бархатистость, чтобы он мне был густой и насыщенный. Муку немного обжариваю, дам ей легкий цвет. Добавлю немного вермута. Если у вас нет вермута, можно прекрасно воспользоваться вином белым. Если у вас нет ни того, ни другого, или вы не предпочитаете алкоголь, то можно тогда работать с холодным бульоном. Бульон даже еще не разморозился полностью. Но это и хорошо. Ни в коем случае не добавляйте горячий бульон, иначе у вас мука возьмется комком. Теперь можно работать венчиком. И отправляю в кастрюлю оставшийся бульон. В общей сложности я добавил 1,5 литра готового бульона. Наша задача проварить муку, поэтому бульон время от времени помешивайте, чтобы мука не пригорела. Накрою крышкой и дам немного повариться. Мой бульон начинает закипать. Я его присаливаю. Добавляю овощи. Thank you.
и варю до полного приготовления. Сливки я пока не добавляю. Значит, количество сливок. Смотрите, у меня есть правило. Если я делаю суп объемом в 1 литр, то в этом 1 литре у меня 10% сливок. Это значит, что в этом 1 литре супа у меня 100 мл сливок. 2 литра супа, значит 200 мл сливок. Можно дать немного больше. Хуже от этого не будет. Время от времени перемешиваем. Особенно проходимся хорошо по дну, чтобы мука не пригорела. Так, накрываю крышкой и даю повариться. Проверяю картофель. Картофелю нужно еще буквально 5 минут, и он будет готов. Овощи мои почти готовы. Вот теперь я добавляю сливки. Я скажу вам, почему я сливки раньше не добавляю. Потому что чем сливки дольше варятся, тем темнее они становятся. Я этого не хочу. Теперь я отправляю свой готовый картофель. Я его толкушкой слегонца разомну. Так, пробую на соль. Соли достаточно. Дам супу закипеть. Так, суп закипел. Я добавляю шпинат. Как вы помните, вначале я говорил, что я рыбу хорошо присолил. Я сделал это для того, чтобы она хорошо просолилась, чтобы она у меня в супе была не пресная. Теперь я ее заливаю просто-напросто кипятком. Так, добавляю укроп. И отправляю рыбу в суп. Отключаю, накрываю крышкой и дам постоять буквально 2 минуты. Уха у меня получилась насыщенная, густая, а рыба, приготовленная таким образом, внутри сочная. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!